В Инженерно-технологической академии ЮФУ прошло мероприятие, посвященное противодействию коррупции. Его участниками стали сотрудники и студенты 4 институтов академии, а также представители учебного военного центра. Перед собравшимися выступил начальник сектора администрации Таганрога по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александр Шульга и старший помощник прокурора города Таганрога, советник юстиции Наталья Дубашева. Одним из самых распространенных нарушений законодательства противодействия коррупции, которые выявлялись прокуратурой города Таганрога за последние годы, это нарушение законодательства о государственной и муниципальной службе. Выступавшие разъяснили основные положения нормативно-правовых документов в сфере противодействия коррупции и обсудили с присутствующими проблемы борьбы с коррупцией. В мероприятии приняло участие 167 человек. По словам организаторов, в таком расширенном составе оно состоялось впервые. Ольга Барыкина, Виктор Плаксин, телекомпания «Университет».